Биткоин, майнинг, блокчейн, криптовалюта. Боже мой, что за сложные слова, не произноси их вообще. Я лучше свои банки пойду продавать. Друзья, этот обзор посвящен тому, что такое биткоин, и это именно для сетевиков, потому что я заметил, что очень много людей, которые занимаются сетевым маркетингом, не понимают вообще же смысл криптовалют, смысл биткоина и шарахаются от этого слова. Когда-то людям очень сложно было воспринимать, что такое в принципе сетевой маркетинг, сейчас такая тенденция наметилась относительно положительно этого всего, то есть люди уже с меньшим страхом воспринимают эту тему. Много молодежи, как вы заметили, сейчас ломанулось в НЛ. Это уже достижение. Давайте теперь перейдем на новый левел. И разберемся, что такое биткоин. Представьте, что ваша компания платит вам не рубли, не доллары, а криптовалюту. Актив, который растет. Как вы считаете, вы бы согласились охотнее получать свое вознаграждение в рублях или в активе, который растет в среднесрочной и долгосрочной перспективе? Я думаю, ответ очевиден. И это, в принципе, вот это единственное то, что вас должно интересовать в биткоине. Вам не нужно заморачиваться за какие-то сложные понятия типа майнинг, зачем он нужен, как добывается биткоин, как устроен этот рынок и все такое. Можете, в принципе, за это заморочиться, да? Но самое ценное в биткоине, то, что вас должно интересовать как предпринимателя, это возможность получить прибыль. Я рассуждаю как предприниматель и вам советую делать так же. То есть, когда вы слышите что-то новое, не нужно от этого шарахаться. Вы предприниматель, а вы шарахаетесь. Сетевики, вы, ребята, должны, блин, я не знаю, сетевики это такие люди, которые открыты ко всему новому, понимаете, а по факту начинается то же самое, что и с людьми, которые шарахаются от сетевого маркетинга. Я думаю, идея понятна. Так, теперь самое интересное. Почему я считаю, что биткоин вырастет? Да, действительно, у этой криптовалюты огромное будущее, большие перспективы, и вы можете на этом заработать себе, скорее всего, целое состояние, да. Первая причина, почему будет рост биткоина, то, что он ограничен в эмиссии, это первая причина. Когда какой-то актив в экономике любой страны, в мировой экономике, ограничен в эмиссии, он начинает расти, это неизбежно. Доллар, например, он ничем не обеспечен уже, к золоту не привязан с 1973 года, поэтому какого-то фундаментального роста доллара мы не наблюдаем. А вот биткоин растет по отношению к доллару очень сильно, буквально за последние 10 лет. Тем не менее, находятся люди, которые утверждают, что биткоин упал очень сильно, с ними не стоит иметь дело, это вообще финансовая пирамида. Вообще, как так можно рассуждать? Ну давайте фактами рассуждать. Вот вам загадка. Стоит ли иметь дело с активом, который стоил 2 года назад 600 долларов и вырос до 20 тысяч долларов, да? Но при этом упал на 80%, а сейчас торгуется в районе 5000 баксов. Итого, мы имеем какую ситуацию, что изначально актив стоил 600 долларов, а сейчас стоит 5000 долларов. Стоит ли с ними иметь дело? Ну, ответ очевиден, что да. Но люди, они такие по природе, знаете, существа, они запоминают негативный момент. Ведь произошло падение с 20 тысяч до 3. Произошло? Вот это падение мы запомним. А то, что произошел рост за 2 года с 600 до 5, это сколько иксов? В 5 раз вырос биток. Ну, я не знаю ни один актив, который бы вырос за такое короткое время, с такой большой скоростью. Вот и все. Поэтому, как бы, смысл, я не знаю, работать с компаниями, которые не работают сейчас с криптой. Я не вижу для себя смысла. Я не вижу для себя смысла работать с компаниями, которые делают товарообороты, где нужно продавать людям. Мало того, что вы занимаетесь привлечением, так вы еще и продаете им. Ну да, у вас, конечно, есть магазин, в который можно ходить. Ну, фактически, это все равно, в любом случае, это продажа, понимаете? Мы запустили свою компанию. Self-Made Generation называется. И она работает с криптовалютой. Что вы делаете в компании Self-Made Generation? Вы помогаете другим людям. Развивайтесь, продукты, информационные планы, которые позволяют вам развиваться. И зарабатывайте при этом крипту. Почему крипта? Потому что это тренд сейчас.
который становится все более и более актуальным. Вот и все. И получайте свои вознаграждения в криптовалюте. Друзья, более того, мы проводим бесплатное обучение по таргетингу, как настроить рекламу в Instagram, в Facebook, ВКонтакте, как сделать так, чтобы люди сами просились к вам в бизнес, как научиться писать видео на YouTube, да, как сейчас это делаю я, как работать с Instagram, как привлекать подписчиков. Вот совсем недавно сам этим занялся, у меня было буквально неделю назад 600 подписчиков, сейчас почти 1700. И вот эти нюансы, как это все делать, мы вам даем бесплатно, потому что вы с нами работаете и зарабатываете при этом криптовалюту. Идеальная просто система. Двух зайцев убиваете. Учитесь продвигать онлайн-бизнес и зарабатываете суперрастущий актив. Мы сейчас на дне находимся, друзья. Вот, если говорить о рынке криптовалют, вот у нас сейчас такая ситуация. $600, 20 тысяч долларов, и опять мы скорректировались. Как вы думаете, куда мы пойдем? Да, конечно, на новые хаи. Потому что есть такая теория волн Эллиота. Первая волна, вторая волна, третья волна, четвертая волна и пятая волна. Так вот, последний год это была четвертая волна, пятая волна нас унесет далеко в небеса. То есть мы уже пойдем на 30, на 40, на 50, на 60, на 70, на 80 тысяч долларов за один биткоин. После этого случится такая же мега большая коррекция. Я думаю, как бы преимущество очевидно. Нужно зарабатывать биткоин именно сейчас. Жду вас, свою команду. Пишите в личку.